Здорово. Чё, на перо встаёшь? Куда полетишь? Разговаривать чё умеет? Сейчас прилетят маманьки с папаньками. Вот они, вот они, вот они. Чё хотели? Но никто вас ничего не трогает. Все любопытное. Ну иди ко мне. А? Ну-ка иди меня сюда. Клюванешь меня, нет? Я погляжу. Не дается, хотел погладить. Ну все, беги, беги. Все, сваливает. Ну вот, ребята, вот с этой ямки мы добыли брусок один. Сейчас я вам его покажу. Здесь можно... Вот он. Полку. У него весу килограмм 50-60 килограмм. У него толщина сантиметров 10. И тут 20-40. Хорошая бабалаха. Ну вот, ребята, выкопали мы машинку стиральную. Вот такой сталинский, наверное, еще времен. У меня тут клеймо есть. И на нем написано ЦШП и КМК. КМК, я так понимаю, это Кузнецкий металлургический комбинат. А что такое ЦШП? Кто знает, напишите в комментариях. Цех ширпотреба. Цех ширпотреба, может быть. Точно. Вот с этой ямочки мы добыли. Сейчас мы ее зароем. Такую ямку выкопал. Спрыгиваю. Вот. Вот она мне почти по колено. Но если по лопате, вот лопата. Вот что где. Что-то вытащил отсюда. Тяжелое. Сейчас покажу. Вон она валяется. О, какая. Бабалаха. Не знаю, сколько килограмм. Но она тяжелая, вам скажу. Одной рукой удержать-то я ее удержал. Ну, 20 килограмм не точно есть. Ну, 15-20. Откуда такая? Хотела расколоть ее напополам. Чугуняка, не чугуняка. Что-то не поддается она мне. Ну, тут по мелочам вот накопал еще. Всякой бяки. Вот такие вот запчасти. Старая добрая латунная трубочка, переходник какой-то. Там нержавейка чуть-чуть попалась. Вот такие вот попадаются. Тормозные колодки, что ли. У нее вот здесь как фибра или что-то такое. Ну, легкая она. Но мне попалась. Вот такие попадаются металлические. 5200, 5 килограмм 200 грамм. Ну и еще одна попалась такая же. Черт побери, она 15 килограмм меня вывешала. Взвесили специально, говорю, отдельно мне ее покажите. Раз, я на пятнашку. Вот такая вот канитель. Вот этим аппаратиком мы сегодня и работаем.
Вот он мне помогает зарабатывать чуть-чуть. Все, комары начинают жарить. Солнышко у нас. Дождик прошел. Вылезло. Вот тут я в кушарах нахожусь. Тут какая-то линия. Вот под этой дякушкой копаю потихоньку. Ну все, буду снаряжаться домой.